Всем привет-привет! Скоро Новый год, и мы вместе с компанией Mary Kay подготовили специально для вас два шикарных новогодних образа. Первый образ более романтичный, праздничный, второй образ роковой и яркий. В этом видео я покажу вам подробную инструкцию по созданию макияжа. Приступим к созданию первого образа. Вначале на очищенную кожу наношу основу под макияж. Основа служит защитой и выравнивает тон кожи. Следом на все лицо спонжиком наношу матирующий тональный крем. Он подходит для чувствительной кожи, содержит витамин Е. Еще у меня есть специальный желтый маскирующий корректор, который прекрасно скрывает синячки под глазами. Закрепляю весь тон минерально-рассыпчатой пудрой. Кстати, у пудры отличное покрытие. Приступаем к макияжу глаз. Наношу на все веко основу для теней. Она сохранит стойкость оттенка теней. Теперь наношу тени лунный камень от верхних ресниц до брови. На все подвижное веко похлопывающими движениями наношу оттенок розовая вуаль. Подвожу контур роста нижних ресниц и треть уголка верхнего века при помощи серо-коричневых теней из этой же палетки. Теперь при помощи коричневого карандаша для глаз обвожу контур нижних и верхних ресничек. В конце на яблочке скул наношу румяна робкий розовый из этой же палет. И теперь очень красивой яркой помадой оформляю свои губы. Помада называется «Сочное яблоко». Завершаю макияж глаз, удлиняющий тушью для ресниц от Mary Kay. Ну вот и все. Как вам образ номер один? Приступаем к созданию второго образа. Тон должен быть идеальный, поэтому я повторяю все проделанное в первом макияже. Наношу базу, тональный крем, корректор, пудру. Приступаем к макияжу глаз. На все веко наношу базу под тени от Mary Kay. Теперь высвечиваю внутренние уголки глаз при помощи оттенка сверкающий иней. Затем наношу на все подвижное веко медовый десерт и на 1/3 нижней и верхней части внешнего уголка глаза наношу тени антрацит и вдоль складки века. Теперь все хорошенечко растушевываю. Обвожу контур нижнего и верхнего века черным карандашом для глаз и сверху рисую вдоль линии роста ресниц Mary Kay at Play – серебряный лед. Завершаю макияж глаз тушью, увеличивающей объем. Вдоль линии скул наношу оттенок минеральных румян розовые лепестки из этой же палетки. И губки оформляю полупрозрачным блеском для губ от Mary Kay at Play «Нежность». Вот и все, второй образ готов. Обязательно напишите в комментариях, какой образ вам понравился больше. С наступающим Новым годом! Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!